Привет, ребята! Сегодня я вам расскажу теорию про плесневые грибы, которые встречаются в ЕГЭ по биологии. К ним относятся мукор и пенициллин. Оба эти гриба по способу питания гетеротрофы, а конкретнее сапротрофы, то есть питаются мертвым органическим веществом. Они не паразиты. Споры мукора находятся в спорангиях, а у пенициллина собраны в конидии и располагаются на конидии носца. Очень важно помнить, что из пенициллина получают антибиотик пенициллин. Его впервые открыл Александр Флеминг. Еще давайте сравним мицелий этих грибов. У мукора он одноклеточный многоядерный, а у пенициллина многоклеточный одноядерный. Ну и расскажу вам шутку, которая сделала мой день сегодня. Это если вдруг у вас заплесневел суп в холодильнике, просто подайте его как грибной. Мы типа грибы, типа грибы, yeah.